якому вірять в X-Factor, триває. З самого ранку суддівську четвірку невтомно переконують. Переможець третього сезону повинен бути з Одеси. Да здравствует Одесса! Я вас очень люблю все. А в залі під прискіпливими поглядами тремтить 14-річний легкоатлет Паша. У мене вся сім'я спортсмени, і я не хочу йти по їм стопам, но в даний момент это то, чим я живу. Но сейчас надеюсь, что это поменяется на X-Factor. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом. За кожним словом сина з залаштунків стежить не менш вимогливе за суддів мама Паші. Саме їй хлопчина пообіцяв, якщо провалиться на X-Factor'і, забуде про спів назавжди і стане професійним спортсменом. Паш, я от в сомненнях, сказати чесно, і 14 років такий возраст, це тяжелий труд работать, пахать на X-Factor'і. У тебя есть слух, у тебя есть голос. Но этого всего мало для того, чтобы пройти дальше и победить. Ну, все. Что-то більш драйвове в тебе є? The Some Ways, Rock and Roll Queen. Давайте, давайте послушаем. Давайте. Паша, давай. Паша, ну, короче, не співай носково. Я тобі кажу так. Дякую. Іра. А я скажу, ой, носково, потому что все было выпито. Все вот эти сложные моменты, сложные с точки зрения ритмики. Все были спеты именно так, как надо. Но то, что ты сделал сейчас, показало твою истинную натуру. И вот это твое. Заулыбался. Сразу другой человек. Спасибо большое вам. Мне кажется, что это тебя сломает. Все-таки подожди немного. Я скажу нет из любви к тебе. Спасибо вам большое. Вот в легкой атлетике есть же там низкий старт, да, высокий старт. Тебе какой больше нравится? Низкий, конечно. Низкий? А слушай, не служба, а в дружбу. А ты мог бы показать, как правильно вот низкий старт? На старт, внимание, марш в тренировочный лагерь. Підкорення спортивних висот Паші доведеться відкласти, адже попереду забіг на довгу дистанцію в тренувальному таборі. Спасибо вам большое. Я вас не подведу. Красавец. Ха!
Саша. Красава моя. Умничка. Слушай, ты молодец. Ты мне так понравился. А вот эта вот ироковая вещь вообще классно. Ты двигаешься хорошо. Ну, спортсмен все-таки. Молодец. Боже мой. Я спасибо. За вас так рада. Спасибо большое. Вы молодцы. Спасибо большое. Ваша спасибо. Оценка для нас очень важна. Я спасибо. Очень за вас рада. Правда. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. До встречи. Повернути своє звичайне життя у зовсім нове казкове русло на X-Factor планує і ось цей колоритний чоловік. Я Володимир, приїхав з Кіровоградщини. СМТ Вільшанка. Славетна наша Вільшаночка. Років мені 35. У славетній Вільшаночці Володимир персона унікальна. Адже вже увійшов в історію як перший та єдиний на селі дипломований майстер тату і пірсингу. Устільки одвічно безробітний. У нас просто в селі такого не розуміють. Ну, зараз більш став займатися музикою, якось так просто вирішив проявити себе, показати, стати артистом, якщо вийде. Добрий день, знайомимось. Мене звати Володимир. Володимир, у вас така цікава штучка на руці. Цікаво, у мене багато таких штучок цікавих. Боже, ви такий весь помальований. А що це таке? А тут, зокрема, що таке страшне? Страшне, зовсім таке страшне, це восьмерочка, удача. Все є положено, так? Володимир, ну я думаю, що не варто сподіватися на які намальовки, тому що треба розраховувати тільки на себе. Ви прекрасно це знаєте. Ну, будемо старатися, звісно. Тож, прошу. Мікрофон. Там? Доброго дня. Добрий день. Вас звати? Володимир. Звідки ви? СМТ Вільшанка. Вільшанка. Яка пісня зараз заведе нас? London Goodbye. Слухай, о! Чесно Кармен. Кажучи, ми Кармен не чули взагалі вже 2 роки. Давай, будь ласка, Кармен нам. Вільшанка, що робить з людьми.
Я радуюсь, что в нашем проекте есть такие минуты удивления и открытий. Вот вышел совершенно простой человек, и вдруг вот вышел, и так здорово, и пошел, и все вот так, и сойти с ума, и по-новому спел песню. Ну все, хватит болтать, да или нет? Да я говорю да, все, тут да. И говорить не о чем. Серега. Ну что тут говорить? Это вот тот случай, когда человек вышел и, имея то, что имеет, все сделал абсолютно правильно. Я говорю да. Спасибо, спасибо. Ира, ты, я бачу, тоже спевала? Я в хорошем смысле в шоке. Спасибо. Я просто получила такое удовольствие. Ну круто, что там говорить, да. Я-то и переспевал майже всю песню. А це не просто зробити, скажу тобі чесно. Я твій Робі. Фанат. Я твій фанат. Коли концерт наступний? Коли скажете. Коли скажу. У тебе 4 так. Спасибі, що прийшов. До зустрічі. Спасибо велике. Спасибо, зал. Спасибо. Я вас люблю всіх. Покорили. Клас. Ну просто круто. Сашечка, спасибо дуже велике. Вам. Давайте ще раз, давайте ще раз. Мікрофон цілувати не буду. Це від наших хлопців, тому що такий привіт вам від наших хлопців. Це просто переключає зразу канали. Бачить вас, зразу переключають канали, розумієте? Тепер будуть бачити вас і будуть також переключати канали. До зустрічі в таборі. Дякую дуже. До побачення. Передаю всім альшанцям, всім привіт! Великий я пройшов! X-Factor! Ура! А за лаштунками звикнути до думки, що вона всього за крок від такої бажаної сцени країни намагається оця стривожена дівчина. Ще вчора все це видавалося Жанні зовсім захмарним. Адже її будні дуже далекі від святкової атмосфери, яка панує тут. Познайомимося. Мене звуть Жанна. Жанна, дуже приємно. Чим займаєшся? Чого робиш? Ну, я дезінфектор. Ну, я працюю в лікарні, працюю дезінфектором. Ти часто бачиш нещасних людей? Так. Да. К великому сожалению, бачила 22-літнього парня, который за месяц до своей свадьбы умер, его убило током. Я видела его родителей, это было ужасно страшно. Я даже не страшно об этом вспоминать, как это было. Но она дала мне понять в больнице, что жизнь, самое главное в жизни – это жизнь. Вот это действительно, это правда. Зізнавшись собі, що понад усе вона любить співати, життєлюбна Жанна нарешті наважилася прийти на X-Factor. Знаете что, я ей хочу сказать, что она вообще молодец, она боец. Я так люблю таких девчонок. Это вот настоящие девчонки такие, очень честные, честные перед собой. Вот не получается, иду, не получается, иду, борюсь, открываю, стучусь и так далее, и так далее. Вот уважаю тебя уже за вот это вот, спасибо, твое замечательное большое качество. И верю, что у тебя все получится. Я верю, я не волнуюсь, вот они волнуются, а я не волнуюсь. Жанночка, помни, что мы верим в тебя. Я все. Я готова. Тогда я... пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Жанна, а мне 19 лет, и я из Одессы. Жан, скажи, пожалуйста, а что значит работать дезинфектором? Да, это вопрос, который все задают ей. Работа дезинфектора в мои обязанности входит. То есть определенный есть аппарат, в котором дезинфицируются вещи, там, я не знаю, там подушки, одеяло. Все дезинфицируется в этой машине. А вот если есть люди, например, неприятные, вот можно их в эту машинку засунуть, да, и тоже дезинфицировать? Да. Сереж, ты можно, про меня, да? Сейчас? Ну, просто так. Кое с кем хочется. На всякий случай. Есть. Есть такие машины, но у меня не такая. Что вы будете петь? Песня «Нежность». Давайте, я очень давайте, люблю эту давайте, песню. Да. Спасибо.
Молодец, хороший выбор такой вот. Какой-то серьезный. Со мной так редко бывает. Я прям верю в тебе. Каждому слову, каждому движению. Ой. Это чудесно просто. Ну, она же чудесная у вас просто. Глаза твои. Что-то невероятное, правда. Потому что, знаешь, так много артистов, которые выходят на сцену, уже будучи артистами, и смотришь, и ни о чем. И ничего в глазах, и... А ты вот здесь, и вроде тебя как бы судят. А ты настоящая артистка. Спасибо большое. И ведь не отыграла, я верю, правда. Искренне верю, что ты все это прочувствовала. Невероятно, что-то невероятное у меня вот сейчас. Кира, ну опасно, опасно так хвалить сразу. Я не хвалю, Сереж, я сказала правду. Я сказала то, что я чувствую, я это почувствовала. Хочется похвалить другой раз, хочется похвалить. Но первое впечатление обманчиво. А, Жанна Берегу, ты больше всего страшишься услышать «нет» от судей, правильно? Ну так? Ну, я думаю... ты пришла для чего? Чтобы услышать «нет» или чтобы услышать «нет»? Нет, чтобы услышать «да». Не хочется тебе услышать «нет». Нет. А ты знаешь, что у нас разные могут быть мнения. Согласна. Ну так вот, слово «нет» ты не услышишь от меня, по крайней мере. Спасибо. Я тебе тоже говорю «да». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Умница, молодец. Хорошо, Жанночка спела, но у меня всегда повышенные требования к этой песне. Я ее очень люблю. Песня необыкновенная на самом деле. И мне бы как раз хотелось здесь не только искренности. Мне бы хотелось как раз, Ирочка, как это ни странно, игры. Исполнение достойное. Но я скажу «нет». Ты дал. Кондратюк решает.
що тут рішу? Тебе класний, цікавий тембр. Єдина проблема, що в цьому тембрі, на мій погляд, абсолютно немає драйву. Якщо я помиляюсь, ти повинна це мені будеш довести в тренувальному таборі. В тебе три так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо. Умничка. Молодец. Браво. Брависсимо. Умница. Спасибо. Вже 12 годину поспіль всіх поперед себе пропускає оцей зосереджений чоловік. Ще зранку потрапивши на кастинг, новачок в усіх цих шоу-бізнесових справах Джима Дін став уважно придивлятися до інших учасників. Що вони роблять, аби потрапити на сцену? Тож і собі вирішив чинити, як годиться. Привіт, Україна! Мене звати Джима Дін. Я приїхав на X-Factor радувати вас своїм талантом. І вже опинившись біля сцени, Джима Дін примітив. До ведучої всі заходять зі своєю групою підтримки. Що ж це йому бути білою вороною? Довелося чекати сімейного підкріплення. На щастя, порятунок таки прийшов. Тож тепер на шляху до слави Джима Діна вже нічого не зупиняє. Это вы тот брат, который так бежал? Да, я бежал, я просто с работы не смог да. быть целый день, поэтому... Вас зовут? Алексей. Алексей. Брата пришли, прибежали поддержать. Да, да, да. В общем, молодец. Долго. Уважаю. Ну смотри, брат прибежал поддержать, но не можешь подвести, понимаешь, Жень? Ну, надо постараться. Ну конечно. Куда как быть. Конечно, буду стараться. Ну так давай, так вот раз и как постараться. Конечно, обязательно. Прошу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы? Я Муйдинов Джима Дин. Очень приятно. Мне тоже. Я подготовил песню Бориса Моисеева «Голубая луна». О. Вы будете партию Моисеева исполнять? Как скажете. Как вы хотите. Хорошо. Просим. Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде быль, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Не дай бог. Прошу поддержки, зал! Любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем небес. Голубая луна, всему виной все в округе говорили. Этой странной любви, так ему и не простили. Все вместе! Голубая луна.
Спасибо большое. Молодец. Вы знаете, Джим Один, что вы сделали? Вы даже не представляете, что вы сейчас делаете. Вот я все это время, очень много времени я здесь сижу и наблюдаю за Серегой. Хоть бы раз улыбнулся. Улыбался. Мое личное спасибо вам за это, правда. И низкий поклон. Серега. Сергей Васильевич, ты исподобалась хоть? Столько удовольствия и действительно порадовал. Мы как-то воодушевились, могли сделать какие-то движения, попеть, даже немножко оторваться. Спасибо большое. Реально цікаво, реально весело. Це виступ на рівні гарного комеді-клаба. Але, на жаль, комеді-клаб – це не X-фактор. Неважно, каким образом артист добивается успеха у публики. Главное, чтобы у него это получалось. У тебя это получилось сегодня. Но, к сожалению, для тебя нет, для таких, как ты, нет категории пока. Не ввели еще категории в нашем шоу. Поэтому, мое мнение, лучше не надо исправляться. Оставайся таким, какой ты есть. Это очень оригинально и весело. Я понял. Спасибо большое. Дай Бог здоровья. Вам такое. Молодец, слушай. Да круто, серьезно круто. Да, молодец. Я немножко пишу и хотел бы сделать вам музыкальный комплимент. Вы позволите? Я буду только счастлива. Можно? Да, пожалуйста. Оксаночка, Оксаночка, Оксана, вы ангел звезд и солнца, и луны. Оксаночка, Оксаночка, Оксана, вы просто королева красоты. Я очень тронута. Мне действительно никто таких комплиментов никогда не делал. Спасибо вам огромное. Все хорошее, мне тоже очень приятно. Спасибо. Удачі вам. Спасибо большое. До свидания. І хоча чотирма пропускними так від суддів Джим Один похвалитися не може, журитися він навіть не думає. Ікс-спогадів йому вистачить на все життя. Насичений одеський відбір надовго закарбується в серці кожного, хто провів хоча б кілька хвилин на «Ікс-факторі». Це був день, який не залишив сумнівів. Тут можливо все. Привіт, Одеса! Іра, зал встав! Зато голосуем и весело, да, коллеги? У вас четыре, да, да, Боже, спасибо тебе! Спасибо. Сделали доброе дело, человек. Як воно стояти на сцені «Ікс-фактора» на собі досі не відчув тільки оцей неспокійний чоловік. Хто знає, чи опинився б 49-річний Яків тут, якби не його доньки. Вигнали дівчонки, почали збирати мені речі. Папа, вперед, садись, їжджай в Одесу. Ну, на третій «Ікс-фактор» ти повинен попасти, чи ні? В общем, вигнали. Вигнали. Толстяка. Думати про себе та свої нездійснені бажання Якову Павловичу вже давно ніколи. Жена в 99-му році заболіла серйозно. Рак.
Прокуди. Потом всякие гадости ей выписывать начали. Ну, невкусная, она уже это есть не могла. И, ну, Яшечка, я ее не хочу больше, я больше не могу это есть, я не хочу, давай просто закончим это все и хватит. Вот. Но папа ее там как-то настроил, так по-боевому. Мама, надо, Колочка ее кормил, сидел, кушай, надо. А 2 года назад я ее похоронил. Я не мог предать. Человека, которому я говорю, что я тебя люблю, которого я целую, я не предаю. Поэтому мне пришлось пожертвовать многими вещами. А так я все-таки 11 лет держал. Врачи дали 2 года. Уже как бы пора, чтобы его мечты сбывались, потому что не хочется, чтобы он пропал так вот. Мы его еле уговорили прийти сюда с сестричкой. Да ты что? А что сопротивлялся-то? Капризничал, боится. Капризничал, боится. Говорит, не понравлюсь. Как папу зовут? Папу зовут Яша. Яша! Здравствуйте! Я рада вас видеть. Я очень рад. Я очень рада, что вы послушали своих девчонок. Потому что никогда не надо бояться и никогда не надо останавливаться достигнутым. Ну, кого же мне еще слушать? Молодец. В этой жизни. Умница. Давайте так, чтобы мы сейчас так порадовались о вас. Ну, я буду очень стараться, чтобы вы порадовались. Я очень этого хочу, поверьте в это. Я очень хочу. И вам этого искренне желаю. Спасибо. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Солидно выглядаете. Как вас зовут? Меня зовут Яша. Я приехал из Ялты. Яша из Ялты. Я-я. Что спеваете? Песня из антивоенного фильма. Да. Называется «Доброе утро, Вьетнам». И песня? It's a wonderful world. Давайте. Спасибо.
Спасибо. Що ми ще будемо голосувати? Чотири підняття означає вісім так. До зустрічі. Спасибо. Ну что, Дубцов, поздравляю тебя с боевым крещением. Я вас просто обожаю. Я очень рада, что вы пришли. Ирочка, спасибо тебе, сестре спасибо, всем спасибо, что притащила. Держи, выталкивай и везде дальше, чтобы контролировал этот процесс, хорошо? Спасибо вам, можно вас поцелую? Можно, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Поздравляю вас. Я в вас верю. Переконайтесь, наступного тижня на X-Factor'і дійсно можливо все. Ти просто балтуй. Не говори ерунди. Все, ти так. Боже, що происходит? Тікай, тікай, а то зараз передумають. Сенсація сезону. Прізвище першого переможця знову лунає зі сцени X-Factor'а. Катя. А прізвище? Кузнєцова. Льоша, Кузнєцов, це ваш брат? Виступ, який перетвориться на особисту драму для Ірини Дубцової. Іра, голосуєш? Чий голос зворушить серце неприступного Серьоги? Нет слов у мене просто. Побачте першими нову легенду X-Factor'а. У додатку така купа купезна X-Factor'ів. Так, перестань мене поглажувати. Що ти можеш?